Улучшение самогона состоит из трех основных этапов. Первое – это настаивание браги. Сахар, вода, дрожжи. От нескольких дней до нескольких недель. Потом брагу надо перегнать в спиртсырец. В самогонном аппарате просто нагреваем и тупо перегоняем. Это простой второй этап. Ну и третий этап, самый сложный. Дробная перегонка. Спиртсырец нагреваем и перегоняем, отделяя головы 10% и хвосты, вредные фракции 15%. И получается тело, это основное, питьевое у нас. Головы и хвосты негодный продукт, вредные спирты. Их там много, где-то 150 штук всего. Поэтому получается у нас готовый продукт уже после дробной перегонки. Так получилось у нас три этапа всего.